Привет! Рад приветствовать тебя в этом видео. Меня зовут Илья Пономаренко и мой сайт ilyapanomarenko.com. Я решил создать серию бесплатных видео о том, как можно зарабатывать деньги в Германии через интернет, а также как можно создать себе пассивный доход в Германии через интернет. 100% легально и серьезно. Кстати, перед тем, как я перейду к теме этого видео, пожалуйста, подпишись на мой YouTube-канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Сегодня в этом видео я хочу поговорить с тобой вот о чем. Итак, в этом видеоролике небольшом я хочу поговорить с тобой о таком способе заработка денег в Германии через интернет, как отзывы. На отзывах можно также зарабатывать деньги. Некоторые крупные торговые порталы дают пользователям возможность зарабатывать на отзывах. В общем, это делается таким образом, что ты создаешь высококачественный отзыв, пишешь его, который иногда должен соответствовать там определенным, например, требованиям или стандартам, и получаешь затем соответствующую плату за клик или за реакцию. Опять же, заработок за клик равен нескольким центам. Этим способом тебе не заработать много денег в Германии. Однако, если ты любишь писать отзывы и обзоры и делаешь это в любом случае, то почему бы не заработать на этом денег? Ведь пара евро лучше, чем ничего, правда? Положительным эффектом этого способа является то, что ты генерируешь какой-то пассивный доход. Как только отзыв создан, тебе действительно не нужно ничего больше менять. В зависимости от того, какой продукт ты оценил, твой отзыв будет приносить тебе либо долго небольшой пассивный доход, либо только на очень короткое время. Например, если ты оценил электроприбор, то как только на рынке появится его новая версия, то старая версия будет уже не актуальна. Также можно зарабатывать на отзывах через Amazon, точнее на отзывах на Амазоне. Есть специальные группы на Фейсбуке, где люди ищут тестеров для своих продуктов. Например, люди, которые занимаются бизнесом на Амазоне, продажей там продуктов с Китая, к примеру. Ты находишь эти группы, регистрируешься там и затем просто отвечаешь на объявления продавцов, которые ищут тестеров. И обычно на отзывы, за отзывы такие платят от 1 до 5 евро в зависимости от продукта. И по традиции все ссылки на порталы и сайты, где ты можешь найти подобного рода заработок в интернете в Германии, ты найдешь прямо под этим видео. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк. Поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь, я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, которые мотивируют людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он проводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100. А в итоге сумма получается с 3 нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит, лучше вот так, потому-то. Ведь сегодня так просто, каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз,
и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. А мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал, огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание, с тобой был Илья Пономаренко, мой сайт ilyapanomarenko.com. Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!